Уже на следующей неделе стартует новый учебный год. В преддверии 1 сентября в Люберцах проходят благотворительные проекты, направленные на оказание помощи семьям, в которых воспитываются школьники. Одна из акций «Собери ребенка в школу» состоялась в зале картинной галереи. Подробнее расскажет наш корреспондент. Акция «Собери ребенка в школу» традиционная. Она проходит с 2017 года по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Основное внимание направлено на семьи с детьми, в отношении которых комиссия проводит индивидуальную профилактическую работу. В настоящее время в социальной реабилитационной помощи нуждаются 240 мальчиков и девочек. Дорогие ребята, сегодня в этом зале собрались взрослые для того, чтобы вас поздравить и настроить на 1 сентября. После 3 месяцев каникул, отдыха, летнего солнца, конечно же, надо собраться и надо пойти в школу. Но для того, чтобы встретить новый учебный год, нужны школьные принадлежности. Накануне праздника 56 детей и подростков получили рюкзаки, канцтовары, а также спортивную и школьную формы. 9 из них – первоклассники. Ну, у меня 6 детей. Идет 54-ю школу, пошла к октябрьске. Мне понравились подарки, я буду хорошо учиться. Мне подарили обувь и физкультурную форму. С началом нового учебного года детей и родителей поздравили также депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско и заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Люберцы Ирина Брылева. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.